сейчас пила утренний кофе. Кстати, доброе утро, друзья. И любовалась на свой княжек альпийский. И думаю, почему же я его никогда не показывала? Вернее, я даже знаю, почему я вам никогда его не показывала. Но сегодня я обязательно исправлю эту ошибку и познакомлю вас с Климатисом, вернее, княжиком альпийским Пинг Свинг. Вот так я вижу Климатис, данный Климатис с веранды. И может быть в общей картине сада он и не очень бросается в глаза, но поверьте мне, если мы сейчас подойдем чуть ближе, то, то наверняка вы тоже, как и я, очаруетесь этим растением. Давайте проверим. Ну вот, друзья, посмотрите поближе на этого красавчика. Еще раз повторюсь, это княжик альпийский Пинг Свинг. Какое же это чудо! Причем сейчас вот несколько дней у нас тепло, и он раскрыл свои цветочки. Но практически с начала мая вот эта вся опора, весь этот климатис был в бутонах. И я могла целый месяц наблюдать, как нарастают эти бутончики, как становятся все больше и больше. Вы представляете, какое количество цветов? Вот так же и были такие бумбоны. С начала мая я уже любуюсь этим растением. И это очень-очень приятно. Это самый-самый ранний климатис в моем саду. Ну, посмотрите, какие цветочки. Такие нежные. Они махровые. Мало того, друзья, как заявлено в описании, они имеют такой неуловимый. это на самом деле. А может быть, я нюх потеряла. Но написано, что они пахнут грейпфрутом. Такой легкий-легкий неуловимый аромат грейпфрута. Но я, честно говоря, так не принюхивалась. А на расстоянии я не чувствую аромата. Ну, может быть, может быть. Если поближе... Вон пчелки Чувствуют аромат, прилетают к нему активно. Я не ощущаю на расстоянии этого аромата. Надо будет отдельно понюхать цветочек. Ну вот, вот какая красота. Цветоносы пурпурные. А сами цветочки такие нежные, нежные, махровые. Сейчас я подойду поближе и покажу вам отдельно цветочек. Давайте рассмотрим этот цветочек как можно ближе. Посмотрите, какой он симпатичный. Конечно, не яркий. Для тех, кто любит яркие цветы, может быть, он не подойдет. Но я все больше и больше склоняюсь вот к таким нежным растениям с нежной расцветкой. Посмотрите, какие яркие у него цветоносы, такие пурпурные и нежные нежные цветочки повторюсь как их много почему же ты меня раньше не радовал честно говоря я даже планировала его пересадить в более скромное место потому что ну не радовал была просто такая зеленая колонна и когда цветочков было мало их в этой общей массе листьев было практически не видно я даже иногда думала, цвел он или не цвел. Но в этом году он меня порадовал. Порадовал с самого начала мая. Но это просто, просто восторг. Друзья, вам нравятся такие растения? Такая колонна нежности. Какие же они элегантные, какие же они красивые цветы у этого климатиса. Обожаю, обожаю климатисы. Как же я люблю климатисы, друзья. Это просто нереальная любовь. Конечно, я вообще очень люблю климатисы, любые. Но когда они вот так еще обильно и рано цветут, это, конечно, моя благодарность таким чудесным растениям. Немножко с другого ракурса. Вот так он выглядит, если стоять на газоне рядом с качелью. Смотрится замечательно. Честно говоря, я его посадила сюда к качелям именно из-за того, что прочитала, что у него вот такой аромат грейпфрута. Нравится мне этот аромат. Я думала, я буду сидеть на качелях и вдыхать аромат грейпфрута, но он настолько тонкий, что я его не ощущаю, тем более вот если сидеть на качелях. Но для меня это уже не так важно, и я наслаждаюсь теперь его видом очень, очень. Я осталась довольна, ну порадовал, порадовал он меня в этом году. И что самое приятное, что никаких проблем он не доставляет. Это княжик. Значит, группа обрезки у него первая. Зимостойкий. Четвертая зона у него зимостойкости. Выдерживает до минус 35. Вот так на опорах. Не обрезаю я его. Делаю весной только какую-то санитарную обрезку, если что-то подсохло, поломалось. А так он зимует у меня на опорах. Прекрасно себя, как видите, чувствует. Но в этом году была зима мягкая. И вы знаете, я сейчас сказала и подумала, а может быть он так у меня обильно цветет именно из-за того, что была зима мягкая. И у него не сильно обмерзли веточки? Не знаю. Да, друзья, посмотрим, как он поведет себя после суровой зимы, если такие еще будут в нашем регионе. Климат сильно меняется, поэтому уже не знаешь, чего ждать. Не будем загадывать, неблагодарно это дело. Будем просто любоваться. Любоваться климатисом, княжиком альпийским. Пинг, свинг. Кстати, здесь у меня еще два климатиса ожидают в своей посадки. Говорю, последнее время это прямо моя любовь-любовь. А здесь хочу вам показать еще один климатис, который посажен у меня на подпорную стенку. Почему я посадила его на подпорную стенку? Что это за климатис? Я обязательно вам расскажу, когда он зацветет. А я надеюсь, он зацветет в этом году, потому что он уже второй год у меня сидит. И должен, должен хотя бы немножко, но цветов выдать. Ждем и надеемся. Ну все, друзья, на этом буду заканчивать. Я очень-очень хочу, чтобы каждое из растений, которые растут, которые вы принесли, посадили в своем саду, только восхищали вас и радовали. Были такими же неприхотливыми и красиво цветущими как княжек альпийский пинг-свинг. И, конечно,